Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Активизирует воображение. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Воплощая на бумаге свою нерастраченную страсть к путешествиям, они плетут причудливую картину стран, городов, характеров и судеб в своей голове. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Если вы посчитаете этого человека малоинтересным для себя, все равно цените и не теряйте из числа друзей. Исцеление от душевных ран скорее находится рядом с этим человеком. Представители этого имени не жалеют средств на благотворительность, будучи в глубине души альтруистами. Человека более отзывчивого, чем обладатель имени с согласной буквы «Х», вы не встретите. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Люди с буквой «М» в имени обладают превосходным умением решать сложные задачи и проблемные ситуации. Буква «М» в имени дает большую внутреннюю силу. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. «Р» – резкий звук в этом имени. Для чувствительных людей может показаться неприятным, особенно если он произносится твердо. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Они одарены необычайной интуицией. Часто создается впечатление, что эти интеллектуалы и ученые своей единственной целью в жизни считают дальнейшее углубление своих знаний. Людям с этим именем сложно выстраивать личные отношения, несмотря на искреннее чувство любви. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.